попкорн, залез в печеньки и не может вылезти. Это стакан из-под попкорна. Выпустим Никончика, да? Да. Он сейчас испугается, наверное, убежит. Да. Да? На игрушке много-много. Все, вот он спрятанный. Ой, убежал. Все. Что упало? На землю. Ай-яй-яй, только-только упало прям. На палку. Ужас. Надо вынуть. Да. Ребята, всем привет. Сегодняшнее видео я хочу начать с того, что у нашего канала знаменательное событие. Нам прислали первый донат. И это, оказывается, так приятно. Донат составил 300 рублей. Канал начал приносить какие-то деньги, потому что я, вы сами понимаете, сама занимаюсь этим каналом, я сама эти видео леплю, снимаю, монтирую, и Олег по возможности тоже участвует. Но в основном мое детище и мой креатив. А еще я очень рада, то, что я каким-то либо образом теперь могу помочь Олегу в том или ином плане, да? Ну, точнее, с финансовой точки зрения, потому что когда женщина совсем не зарабатывает, это как бы не прикольно. А когда хотя бы какая-то копейка, уже хорошо. В России я закупала товары с AliExpress и перепродавала их в России. Ну, просто так в Москве в метро встречалась с людьми, или они звонили спокойно, там заезжали и забирали вещи. Ну, или на Авито. Это приносило, кстати, хорошие деньги, потому что некоторые товары я в раз в 6 дороже продавала, какие-то там просто в 2 раза дороже. И люди покупали, людям нравилось, потому что они, в принципе, готовы были бы купить тот или иной товар сами с AliExpress, но вот это вот ждать 2 недели, заморачиваться с поставщиками, отслеживать это все, ну, людям проще переплатить. Но если им проще переплатить, мне проще заказать. Все. Еще у нас сегодня отключили электричество, и наша квартира превратилась вообще непонятно что, потому что без связи с внешним миром. У Олега это книжка, и все нормально. Не кричи, Эрик, минутку. Эрик, не кричи, пожалуйста. Не кричи, пожалуйста. Хорошо, только не кричи. Ну вот, мы с Эриком вышли на улицу, цветочки посадили, бабочку красивую, очень красивую увидели. Я ее не успела сфоткать, она такая черная, и у нее вот эти вот фиолетовые глазки. Ну, вот какие бывают на крыльях, да, бабочки, кружки такие. И они прям ярко-ярко фиолетовые, а она черная. Смотрелась обалденно. А мне так не хватает видео монтировать на заказ, это ж ужас. Мне так хочется этим сейчас заняться, это, блин, принесет какие-то деньги. Ну, знаете, когда люди отправляют тебе видеофайлы, а ты это все слепишь, и еще слепишь как-нибудь прикольно, и люди придут еще раз. Вот, главное еще за это небольшие деньги брать. Вот я услышала еще о таком варианте у ребят Dream & Travel. Как бы там я к ним не относилась, это уже не важно. Дело в том, что это очень крутая идея, когда люди там съездили даже в отпуск. У них же все равно эти файлы есть, надо же это как-то все в одну кучу. И получается, вот тебе 2 видео, одно короткое, одно длинное. Все равно делаешь в разных папках. Так удобно? 2 видоса сразу. Вчера на рынке мы купили вот такой фрукт. Для нас он новый. Называется он мапранг. Очень вкусный. Он как марианская слива, еще его называют так. Обычно тайцы кушают его зеленым, а туристы уже, ну, дозревший больше людям нравится. А листья можно употреблять в салаты, в супы они добавляют для готовки там. Вот так он выглядит, там одна такая большая косточка. Нет. Угу. И нормальная цена, говорят, его 120-150 бат. А мы нашли на рынке за 60 бат. Особенно нища. Угу. И вот именно вот эта косточка стоила всего 20 бат. Вкусно тебе? Жалко только что. Как будто во рту взрывается, и его не остается ничего, кроме косточки. Приходится косточку обгладывать. Ну, такой вкусный, чистенький вкус. Тайцы любят зеленым его. Да? Угу. А листья в салаты добавляют? Не знаю, сколько.
Олег считает, что он похож на облепиху. Что-то есть такое. По консистенции он похож на облепиху. Что по увеличению. Раз. 50. Ну, вкусно. Сейчас тыкву режу такими маленькими кусочками. Будем суп делать на один раз. Так, порезала. Немножко добавила воды. Сейчас даст сок тыква. Немножко пожарю, потом потушу с кокосовым маслом. Будь здоров! Мы солили огурцы, помните? А сколько дней? Дней 6 назад, наверное. И вот они наконец-то стали хрустеть. То есть до этого они были такие мягенькие, а сейчас идеальные. Так, добавила морковку, лук. Все это дело тушится. Сначала морковку, потом пока морковка здесь тушилась, я резала лук. И сейчас немножко некоторые я тыковки помяла, все смешала. Будет делаться на таком огне. Дальше я вылила все вот в такую посудину и сейчас буду мешать, чтобы это все стало пюре. Вот что у меня получилось. Дальше это все дело заливаю молоком. И бульон, который оставался. Сейчас дам. Теперь подогреваем этот суп. Я 3 раза готовила этот суп, и он у меня все 3 раза был совершенно разным. Айпадик надо?